США приостановили выдачу виз россиянам из-за сокращения количества американских дипсотрудников в России. Об этом посол США в РФ Джон Тефт сообщил в своем видеообращении. По его словам, это вовсе не месть в ответ на российские санкции. После выдворения дипломатов американскому посольству приходится по-новому распределять кадры. Напомню, с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз на территории России. Услугу возобновят с сентября и только в Москве. Наш дипломатический штат был сокращен до такой степени, что пришлось перераспределять кадровые ресурсы для решения целого ряда задач. И одна из них – выдача виз. Приостановка выдачи виз – это результат решения российского правительства ограничить численность наших дипломатов, а вовсе не ответ на эти ограничения. Напомню, в Москве считают, США ограничивают выдачу виз из-за недовольства действиями российских властей и примут ответные меры, когда тщательно изучат шаги Вашингтона, но не станут срывать зло на американских гражданах.